ударов. Всем здорово! Вот такой вот крокодил у нас в обзоре сегодня. Сейчас я даже почитаю, что тут написано. Кедр К56503, 1300 ударов в минуту, 2150 ватт. Вот такая громадина. Перфоратор килограмм 15. Довольно-таки нелегкая арматурина. Ну? Большой перфоратор, короче, на то пошло. Ага. Просто немного помощнее. Тут масло даже заливается, он как взрослый, смотри. Масло льешь, короче. Вот здесь вот эта вот канителька вся смазывается. Есть еще тут этот с пружиной, как дульный тормоз типа у него. Ну, короче, тот, говорят, ломается у них вот эта вот лабуда. Этот, короче, надежней. Ага. Здесь внутри получается масло, штырь вытащить, чтобы переворачиваешь вот эту фигню. Вот, видишь, он в масле. Ага. То есть оттуда масло постоянно при ударе сочится. Надо за уровнем масла смотреть, он как в компрессоре. Да, чтобы на сухую не работать. Да, на сухую работать нельзя, короче, трындец. Постоянно надо смотреть, подливать. Вот эту канитель вставил, вот эту вот перекрутил. Все, ага. Она дома. Короче, вот такая вот хрень. Как впечатление от работы? Впечатление от работы, знаешь... Как вот объяснить бы, а? Короче, по тихой грусти, вот так вот, проще всего сказать. То есть ты стоишь, можешь там, я не знаю, покурить, там, пивося попить, а он будет работать, просто кнопочку держи и все. Отдача сильная? Отдачи ноль. Просто он единственная, его масса, она, и плюс, если ты еще на него надавишь, то можно им тут, я не знаю, замки крушить. Вещь хорошая. Ну, конечно, не как перфоратор. Вот перфоратором ты бьешь, ты там на нем как, извините за выражение, прыгаешь, как я не знаю кто. А это вообще и вибрации, можно сказать, отдачи нет, ничего. За ручку взялся, на него облокотился и все, и долбай хоть, я не знаю, да нет. Сколько он у тебя уже во владении, сколько раз ты им пользовался? Ой, крепко, раза три, наверное. Ну ты глину мерзлую долбали им. Ага. Кстати, от этого, от генератора он нормально работает, без проблем. Кстати, генератор DeMark все-таки доделанный. К сожалению, не получилось у меня снять весь процесс до конца. Но, блин, получилось его все-таки добить. Он работает. Да, он работает, он даже на морозе заводится. Да. Что самое интересное. Ну, будем надеяться, что все будет окей. А на этом у нас все. Если будут какие-то дополнения по этому агрегату, как он себя там будет дальше вести, обязательно сниму обзор. Подписывайтесь на мой канал, заходите в описании. Там вас ждут, как обычно, две ссылочки. Один на мой второй канал, другая ссылочка ведет на группу ВК. Добавляйтесь. Всем успехов, до новых встреч!